Судотрядовцы региона собрались у Гродня на областный взлет «Час выбрал нас». Под такой же назвой тут отбылся и открытый диалог, на котором были обмеркованы актуальные питания молодежной политики. Удельники поделились идеями и выказали пропановы по поляпшению умов для працы студентов, а так само доведались об махчимостях, которые открываются перед ими у студентских отрядах. Одним из ключевых моментов диалогу стало уручение путевки первому у Беларуси информационному студентскому отряду. Он будет работать у сферы сродков массовой информации и станет уникальной платформой для молодых людей, которые жадают связать свое жизнь журналистикой. Для будущих работников СМИ это махчимость отримливать практичный опыт, развивать свои навыки и уносить уклад у информационную простору краины. Очень здорово, что буквально вчера состоялась и встреча с нашим президентом, уважаемым Александром Григорьевичем Лукашенко, который подчеркивал, что студент, который прошел уже студенческие отряды, это совершенно другого порядка молодой человек, который, во-первых, знает цену копейки, знает, что такое заработная плата, первый вход в профессию осуществил, сделал это в коллективе. Ну и, конечно, мы очень рады, что именно Гродненщина откликнулась на наш призыв в начале этого года на коллегии Министерства информации попробовать это направление, так как есть запрос молодежной аудитории. Я командир первого в республике информационного студенческого отряда «Медиавектор» имени Семена Шаломовича Гуревича. В нашем отряде 6 человек. Все мы студенты второго курса кафедры журналистики. И наша задача снять интервью воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, что будет посвящено 80-летию Победы. Такая работа уже начата. Наши студотрядовцы побывали у Коваленко Марии Семеновны и Невзорова Ивана Александровича.